так будет накапливаться это время обучения, будет накапливаться практика. Второй интересный момент. При игре на гитаре, при аккомпанементе на гитаре, кажется, что основное внимание сосредоточено на левой руке, когда вы берете аккорды, а правая рука, мол, играет только ритм, бьет по струнам, она не так важна. На самом деле это не так. Главное при игре на гитаре — это именно правая рука —